Сегодня с вами, ребят, тестируем один из самых моих любимых брендов на AliExpress – Ugreen. Эти зеленые ребята выпустили в свет уже очень много различных товаров. У нас на канале сотни обзоров, ссылочка полезная в описании. Залетайте, смотрите, может быть, какие-то вещи уже для себя найдете, о чем не знали. Сегодня тестим новинки, тройник нового поколения с USB. Вот такой вот удлинитель, также сетевой с USB. Проверим параметры, характеристики, подключим тестеры, нагрузки, все тесты выполним. Проверим даже тепловизором, посмотрим, как греется. Видео будет интересным, полезным. Все, что должны знать перед покупкой, вы узнаете. DigiNest Make Charging for Art. Новое направление, новое движение от Ugreen. Вот такие вот интересные и красивые устройства. Краткий обзор. Начинаем. Современный тройник, скорее так можно назвать вот это вот устройство. Производитель оснастил куб проводом длиной 1,8 метра, при этом кабель реально мощный, толстый. С одной стороны это, конечно, хорошо, а с другой меньше гибкости и вес больше. Но первая сторона все же нам больше важна. Из прошлого теста ясно, что тонкие провода для большой нагрузки небезопасны и сильно нагреваются. Вилка европейского формата, на вид также мощная. Размеры куба у нас 84 мм. По бокам и сверху расположили розетки с землей и штор. С передней части логотип и под ним 4 USB, 2 C и 2 A формата. С задней стороны выше выхода провода находится механическая кнопка включения-отключения напряжения. Это тоже удобно, чтобы постоянно не выдергивать вилку из розетки. По включению с передней части загорается ненавязчивый, едва заметный LED-индикатор белого цвета. С нижней части длинные резиновые ножки и перечислены характеристики устройства. По розеткам догрузить можно выше 3,5 кВт, по USB суммарная мощность составляет 65 ватт. USB-C, каждый с поддержкой Power Delivery до 65 Ватт. USB-A это быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3-го поколения до 18 Ватт. Можно одновременно задействовать даже все 4 порта. Тогда распределение нагрузки будет выглядеть вот таким вот образом. Смотрите на скриншоте. Соответственно, вы можете 4 устройства заряжать одновременно. Я вот подключил 4 смартфона, все заряжаются. На борту здесь еще 6 уровней защиты от перегрева, от короткого замыкания, от перенапряжения и другие. С безопасностью все в порядке. Проверяем USB. Подключаем тестер, запускаем чтение протоколов и видим, что USB-A поддерживает QCI 3.0. Хорошо, добавляем нагрузку, устанавливаем триггером напряжение 12 вольт и крутим до 18 ватт. Все четко, просадки по вольтажу большой нет. Если добавить еще немножко, мы здесь уже переваливаем отметку в 20 ватт. Круто все работает, то есть производитель здесь оставил запас по мощности. Проверяем USB-C. Здесь у нас заявлено много протоколов, в том числе Power Delivery до 65 ватт. Считать эти данные тестером мы смогли. Теперь подключаем нагрузочную станцию, устанавливаем 20 вольт триггером и силу тока 3,3 ампера. 65 ватт снимаем без проблем. Если крутим дальше, даже 70 можно снять, то есть здесь предусмотрен еще и запас по мощности, и это хорошо. Все без проблем, параметры USB честные. Подключил я еще два конвекционных обогревателя, общая мощность их выше 3 кВт. Оставляем на несколько минут и посмотрим. Тепловизором. Как я говорил в прошлый раз, провод также имеет значение, сечение его. На ноунейме он красный, горячий, особенно вилка, а вот в Xiaomi обогреватель температура нагрева гораздо меньше. Наш куб в целом холодный, можно сказать, перегрева нет и провод также холодный. Пару минусов этого кубика могу назвать. Корпус получился какой-то немножко марки и кнопка задняя с люфтом, которая включение-отключение, болтается. На старте продаж еще высоковата цена, надо ловить купоны и скидки, следить. Следите за ними в нашем телеграм-канале «Китай близко». Ugreen 30 Watt Desktop Charger Power Strip. Удлинитель с двумя розетками и тремя USB портами и с подсветкой. Новинка от компании, которая может помочь в организации удобств дома. Удлинитель белого цвета, сочетание глянца и матового пластика. Провод с европейской вилкой. Длина его составляет 1,8 метра. От производителя указано, что рекомендуемая нагрузка до 4 кВт. Розетки друг от друга находятся здесь далеко. И это, друзья, хорошо. Не будет мешать вилкам. Например, вот обычный дешевый удлинитель из местного магазина. А здесь и кабель как холодец, и сечение у него максимум 1 квадрат, да и розетки между собой очень близко расположены. Максимальная экономия. Сбоку расположено 2 USB-A и 1 USB Type-C. USB-A поддерживает протоколы быстрой зарядки QCI 3.0 до 18 Вт. Давайте просканируем триггером и видим, что да, все верно у нас указано. При подключении нагрузочной станции показания имеем следующее. Все четко и даже чуть выше заявленных параметров. USB-C я тоже
просканировал, отображается Power Delivery 33 Вт. При подключении нагрузки мы без проблем можем снять эти данные. Опять же, производитель все верно указал на странице с товаром. Возле USB есть микродиод белого цвета. Мне хотелось бы еще иметь кнопку включения-отключения. Она, мне кажется, здесь точно лишней бы не была. С нижней части 4 резиновые ножки и характеристики. Предполагается размещение на столе, хотя, конечно, на полу можно тоже где-то возле кровати, к примеру, разместить. Ориентировочная стоимость $30. Можно заряжать одновременно также 3 устройства. Ну и сверху, конечно, в розетке еще другие вещи подключать. В очередной раз Ugreen не подкачали. Действительно выпускают интересные вещи, но здесь ситуация такая, что вот цена, качество, функциональность, которая была к этому бренду у меня присвоена, немножко сдвинулась по поводу именно цены. Потому что вот это направление, вот это Make Charging for Art, которое они делают, немножко увеличило и цену. Хотелось бы скидки, промокоды, и они часто появляются и в магазине, и в нашем телеграм-канале «Китай близко». Обязательно подписывайтесь, также ссылка в описании, следите, потому что прошлый обзор, когда мы делали там товар один, мощная зарядная станция стоила $90, но был промокод, скидочка на $20, то есть ее можно было купить гораздо дешевле. Подписывайтесь, ставьте лайки, получил еще ряд интересных товаров от Ugreen, чтобы не пропускать новые ролики. Вы уже взрослые и знаете, что делать. Увидимся с вами очень скоро.